Начальник службы судебных приставов Ленинского района вместе со своими подчиненными оказалась на скамье подсудимых. Согласно обвинению, Елена Заценко похищала деньги должников, которые поступали на счета отдела. Всего было украдено свыше 9 миллионов. И хотя преступление было дерзким, на суде она сама и ее подельники вели себя скромно и от комментариев уклонялись. Вы считаете себя виновным? Без комментариев. О какой сумме шла речь? Без комментариев. Без комментариев. Какая схема была? Вы считаете себя виновным или нет? Почему вы принимали участие в этой всей афере? Объясните нам, пожалуйста, зачем вам это было надо? Вас заставили? Организовал хищение невостребованных денежных средств, хранящихся на депозитном счете Ленинского районного отдела судебных приставов. Их последующие незаконные перечисления на лицевые счета фиктивных взыскателей. Вы же потерпевший, да? Вы нам можете пару слов сказать, почему вы тоже от нас бегаете? Вы считаете, что они виновные? Вы считаете себя виновным? Скрывать не пора. Почему вы решили принять участие в организованной группе? Кстати, несмотря на обвинения и даже начавшийся суд, Елена Заценко до сих пор работает судебным приставом все в том же Ленинском районе. Правда, уже не начальником, а простым специалистом.